Всем привет, вот и новый ролик. Я хотел сделать ролик на безглазого Джека, но ролик будет на Кейт Прокси. Но перед началом ролика я попрошу вас подписаться на мой канал. Спасибо за внимание. Ну а мы продолжаем. Информация. Полное имя Кейт, фамилия предположительно Миленс или Хейс, вид человек, дата рождения 25 июня 1995 года, биологические данные пол женский, волосы черные. Об персонаже: статус жива. Об истории: автор Blue Isle Studios. Связанные персонажи: Слендермен Кейт, преследователь Ангел, Кейт The Chaser, второстепенный антагонист в Slender, The Arrival и невидимый главный герой в Slender, The Eight Pages. Личность: Кейт из самого низшего слоя прокси Слендермена, а точнее она полностью под его контролем, не имеет своего характера, просто бездумно выполняет приказы Слендермена. Но конечно, она не всегда была такой, когда-то она была вполне обычным человеком. Внешность: у Кейт черные волосы и белая маска с чем-то черным, возможно, что это грязь. Одета она в белую кофту и черные джинсы. История: Slender, The Eight Pages. Кейт, управляемый, хотя и невидимый, игроком персонаж в игре Slender, The Eight Pages. Согласно Slender, The Arrival, у Кейт и ее подруги Сиар была привычка в детстве часто ходить в лес с фонариком в руке, поэтому в начале игры игрок начинает игру с фонариком. Они специально пугали себя ради забавы. Согласно одной из записок, в какой-то момент он заблудился в темноте, услышав крики Кейт. В конце концов он заблудился и оказался у дома Кейт, где она сидела в гостиной. Кэр попытался привлечь ее внимание, но не смог этого сделать и пошел домой. С точки зрения Кейт, Слендермен преследовал ее по лесу, пока она находила записки на различных Slender, The Arrival. Кейт неоднократно появлялась в игре. Между The Eight Pages и The Arrival ей, судя по всему, около 20 лет. До создания игры Кейт и ее подруга Сиар всегда ходили в лес на охоту за привидениями. У них случались галлюцинации, и они бежали обратно в дом Кейт. Несколько лет спустя Кейт нашли со сломанной видеокамерой, фонариком и тайником со странными рисунками. Вскоре ее отвезли в психиатрическую клинику и сделали анализы. Она пыталась объяснить врачам, но они ей не верили. Через несколько лет после травмирующего опыта Кейт признали стабильной и отправили обратно домой. Она проводила время со своей матерью, которая вскоре скончалась по неизвестным причинам. Вскоре Кейт снова начала встречаться со Слендерменом и стала рисовать его все чаще и чаще. Кейт также близко дружила с Лорен в детстве, и они всегда играли на качелях возле ее дома. Именно это подталкивает Лорен к расследованию исчезновения Кейт, что в конечном итоге подвергает ее смертельной опасности, поскольку Слендермен начинает пытаться убить ее. На видео в главе 4 флешбэк показано, как Кейт рисует Слендермена и бормочет: «Он здесь». Она изо всех сил пыталась забаррикадировать двери, но вскоре обнаружила, что Слендермен уже внутри дома, и отчаянно пыталась убежать в свою комнату. Слендермен был прямо за ней, и как только она увидела, что он появился в ее комнате, Слендермен либо выбросил ее из закрытого окна, либо она выпрыгнула через него в качестве последней попытки спастись. Запись заканчивается, и Лорен остается в недоумении. В тот самый день, когда происходит действие игры, Кейт, спасаясь от видео, бежит в лес, но тщетно, так как ее поймал Слендермен. Она закричала так громко, как только могла, и Лорен услышала ее издалека. Лорен мчится туда, где раздался крик, но ничего не находит и застревает возле парка Оксайд, где Лорен затем захватывают и телепортируют в различные места. Глава 6. Genesis, добавлена в версии 1.3. Представляет собой флешбэк и подтверждает, что Кейт – это человек из оригинальной игры Slender, The Eight Pages. Интересные факты. Она очень чувствительна к свету. В игре Slender The Arrival щелкните правой кнопкой мыши, чтобы ослепить противника. Она была создана Blue Isle Studios для видеоигры Slender, The Arrival. Фамилия Кейт либо Миленс, либо Хейс. Ее электронная почта – camillensbserv@edv.com, что может означать Кейт Миленс. Также ее мать зовут Бет Хейс. Однако это также может означать, что Бет, возможно, ее мачеха. По слухам, она появится в предстоящей игре под названием The Chaser, которая является продолжением Slender, The Arrival, в которой рассказывается о судьбе Лорен после нападения Кейт. По слухам, игра выйдет 26 июня 2020 года. Всем спасибо за просмотр, всем пока.